Всем добрый день, дорогие друзья. Я сегодня накрашенная, снимала видеоролик, который вы или увидите скоро, или позже увидите, пока не буду говорить. Ну, могу сказать, что там про духи, которые мне пришли. И я заметила, ребят, что у меня уже дома три разных аромата императриц. Вот это, которые мне пришли, видеоролик вы увидите скоро. А это я покупала у нас в городе на разлив, а это вот такие императрицы. Все три императрицы. Но вот когда я сейчас их понюхала, они все три по-разному пахнут. Это вообще классно. Я обожаю императриц. Напишите, какую вы императрицу любите. Че, вы кушаете спагетти, папа сварил? Папа Света. На летней кухне. А, Света сварила? Я думала, папа варил. Света сварила, оказывается. Ты что делаешь с головой? А, ты голову мыть собралась? Все понятно. Я пока ролик снимала, у нас просто папа на летней кухне кушать варит. А Света, здесь ты на плитке, да, варила? А Света на плитке спагетти варила. А я частями снимала видеоролик. Надеюсь, вам понравилось. Что-то пытаюсь, ребята, сделать. Даже накрасилась для этого. Напишите, как вам, кстати. Помада мне, конечно, это не нравится. Я люблю серый оттенок. Вот я не могу найти вот такую вот расцветки помаду от Oriflame. Вот у нас сейчас Oriflame здесь не доставляется. И вот если кто занимается, напишите мне, пожалуйста, мне очень нужна помада. Оттенок я вам только в личку напишу. Потому что обожаю этот оттенок помады. Я сейчас попробую нанести на руку и показать вам. Так. Вот такой вот оттенок. Видите, он такой с блесками. Ну, точный номер оттенка помады. Вот видите, тут совсем уже чуть-чуть осталось. Я ее берегу до чертика. Еще одна пришла тут у меня. У тебя что это такое? Это вишки. Света тут тоже пришла с головы. Но вас там не видно, не видно. Дети входят, играют. Мы думали, сегодня надо было на площадку идти. Оказывается, с июля месяца только пойдет. Дай мне их, пожалуйста. Это, которые мне присылали духи. Только два? Три императрицы. Вот это тоже императрица. Это, которые мне прислали, вот новые, я сейчас обзор снимала. Это императрица. Так поначалу они нюхают, когда брызгают. Катя, надо, чтобы они выдержались, а потом нюхать уже. А это, которые я у нас в городе покупала, императрица. Да некрасивая она, не ври. Девочки у меня лечатся. Маш, ты таблеточку пила сегодня? Ну-ка, иди сюда, что у тебя такое? Комар, что ли, укусил? Поздоровайся. Здравствуйте. Так тихо, медленно сказала, да? Нифига тебе комарик укусил. Где? На лице, в зеркало посмотри. Красное пятно. А вот это мне подписчица прислала. Тоже классный аромат. Я их иногда так за ушками мажу. Тоже классный аромат. Нравится мне. Поэтому они у меня здесь поблизости лежат. Где тут? У-у-у. У меня здесь. Карандаш серебристый. Я где-то еще один был серебристый. Не знаю, куда Света его делал. Маша, вот эту вот баночку сейчас поставь в коридоре. Эти тоже сюда положу, что перед выходом массы. В коридоре на полочку. Все, я сейчас пойду белье в первую очередь развешу, поставлю опять стирку и дальше будем заниматься своими делами. Дел как много, на грядке идти. Лук там у меня зарос, на идти прополоть лук. Если вам интересно, то пойдемте со мной. Пойду я сначала умоюсь. Вот у меня с косметикой все, хотя бы... Тени смыть, ту, что можно оставить, но тени, вот тоналка, от тоналки у меня все равно стоит. Такое ощущение, как будто кожу стягивает. Прям так. Ну ничего, с дома видеоролик сняли. А вы напишите обязательно, понравился вам этот видеоролик или нет. Я старалась, очень сильно, честно говорю, старалась. Всем желаю крепкого здоровья, всего самого хорошего. Все, вот, показывай грядку, что я делаю, все. Вот, покажи Оксана, что тут ходит. Что-то снимай. Эту грядку покажи. Вот эту, вот эту. Вот так похоже на листик какой-то. Издалека, вот уйди на несколько грядок назад, туда есть.
что там делать? Они ревень хочет. Я что сделала? Мама, я такой же, как у них хочу. Окси. Марина к Окси. Окси сейчас поделится. Так, поставила я сегодня... О, тесто, оно у меня прилипает к полотенцу. Смотрите, что прямо. Так, тесто поставила. Тут суп так доесть не могу. Цветок надо пересадить. Так, вчера я не пересадила. И замочила горох и замочила бобы. Хочу посадить. Да, я знаю, что вы мне сейчас напишите, что так поздно. Это фасоль я замочила. Буду вечером готовить фасоль. Вот такие вот дела. А папа у нас решил в детстве поиграть. На великах катается. Он велики просто чинит. Один он уже починил. Почти. Ну. Пойдем посмотрим, что он там чинит и все у нас. Дети тут весь свой велопарк раскидали. Вот это вот Машин велик. В том году я, помните, с рук покупала? Вот. Машин велик. Там Оксана с Мариной. Покажите, что у вас в руках. Танец, да, можно устраивать? Да. Уля, так, Тарантино вперед. Да. Твои юбочки. Хорошо, Тайсон, у нас прятки. Ой, ты что, Владик, велик все чинишь? Папа все велики чинит. Там целый велопарк у нас. Тайсон, Маша, ну-ка прокатись. Зачем ты на велик берешь помпон? Ты уже починил, да, Владик, Машке? Мама, аккуратно. Чуть Ваню не шибанула. Оксана, аккуратно, не упадите. И что, Маш, легко, мягко едет? Да? Ну, хорошо. Папа все цепи все смазывает, да. Это тетя Женя вам давала. Там для танцев. На. Да, круг нарисовал, молодец. Оксана, парик. Да, Ксана? Ладно, пойду покажу фронт работы, что мы сегодня сделали. Ну, давай показывай, как ты покрасила себе волосы-то. Сама говорит, мама, смотри, я покрасила себе волосы. Мама, я покрасила себе волосы. Да, Марин, ты прям русалка. А Маша так и не может себе волосы покрасить. О, Оксана себе покрасила волосы. Да, молодец. Ой, какая Маша у нас русалка. Да? Русалки вы мои. Ой, велики состоят березы. Как. Ой, мы сегодня с Машей пропололи грядки. Да, Маша? Маша мне помогала с луком и с чесноком. Сейчас мы покажем, что там получилось. И вот это средство, которое вы мне говорили от сорняков, что оно хорошо помогает. В кавычках, можно так сказать, помогает. Ничего оно не помогает. Что толку, я им брызгала травы по колено опять. Но я сколько смогла сегодня убрала. Сейчас пойдем покажем вам фронт работы, что мы с Машей сделали. Картошка еще не всходит. Но трава уже всходит. Трава так за ура. Но картошки пока еще не видно. Видите, трава опять. Ну, вот этот куст я сама оставляла, что вот здесь, вот видите, все взошла трава, что там вот я сегодня немного пропалывала, здесь трава все взошла. И мы эту грядку мы не пололи, вот эту мы с Машей пропололи грядку, чистенькая она, да, Машенька? И вот эту грядку пропололи. Также протяпала вот эту вот всю клубнику и вот ту клубнику со смородиной протяпали. Да, ой, как Ваня пахнет. И все. Понемножку каждый день делаем, да, Ваня? Здесь у меня мои орхидейки стоят. Фиолетовая орхидейка. Ну, вот от солнца плохо видно, да, ребята? А вот там вот белая орхидейка. А тут вот мужское счастье стоит и женское счастье. Ну, это я их так называю. Я знаю, что у них другое название. Сейчас чуть попозже пойдем с Машей поливать. Пока напор воды слабенький. Поэтому ждем, когда будет напор воды хороший, чтобы можно было шланг протянуть и полить все. Да, Машенька? А пока ждем. Занимаемся другими делами. Маша вышивает, делает... Что ты, Маш, делаешь? Пироженку.
Да. А Света что делает? Аиста? Фламинго? А Катя? Зайца. Зайца? Ну вот, короче, они рукодельничают сегодня. Про это вы увидите на канале Влог Рукодельность. Поэтому проходите туда, обязательно подпишитесь. И вы там увидите все, что они делают. Вот так вот. У нас на выходные приехал Ильюша. Папа на велике катается, вы его не увидите все равно. Сейчас покажу. Папа на велике кататься. А что так низко, Владик, сидушка? А, для детей. Я думала, ты на этот велик пересел. Мама, ты себя покачала. Папа на детском... Это он ремонтирует, когда он всегда вот так вот прокатывается, проверяет, как работает. А там Ваня залез. Да, на велике будем кататься. Мама, парень,